Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Всем приветики. Познакомлю вас со своим батей. Я снимаю батю, батя снимает меня. Я тут перископ снимаю. Знаешь, что это такое? Короче, делаешь трансляцию. Ну, вот как в Твиттер, например, пишешь пост, все это видят. А здесь трансляцию делаю прямую. А, ты прямо сейчас? Да, и вот за меня тут 20 человек смотрит, короче. Я не знаю, кто это. Это вот. Руэт. Руэт. Похоже мы, да? Сейчас в комментарии будут писать. Пока не пишут, лайки ставят. Например, пишешь, все пишут, похоже. Уже пишут? Ну да, вот видишь, похоже. Одно лицо Вставайте, пишут. Вставайте, люди с диванов, и идите, на идите катайтесь, как мы. Вот. Нечего в воскресенье дома сидеть. Очень похоже, тебе бороды не хватает, мне пишут. Ну да, так оно и есть. Вот, у нас снега нет. А вы откуда? У нас есть. Он, правда, скоро растает уже. Но я надеюсь, не так скоро. Ржев. Слушай, где Ржев находится? Ржев? Да. Ну, папа... Это запах страны. Да? Ну, я не знаю, на где. Западе. Тверская область пишет. Тверская область, Тверь, ну да. А мы вот да. В Сибири, типа, жара только у нас. Сколько градусов, наверное? Привет, Твери, папа передает. Ну-ка, посмотри, давай мы против солнца, чтобы все видели. На сопырке две. На твоей бороды не хватает. Ну, глаз не видно, вот это наша отличительная черта, и брови. Брови. Но у меня только не срастается, я его щипываю. Ладно, все, короче, все посмотрели на папу, все посмотрели на меня, все... Смотрите. Мира, батя крутой пишет, ну еще бы. Вон батя мой какой. Чекирял. Папа поставил, кстати, меня на лыжи. Все, пошла я тоже за своими лыжами. Вот лужа у нас. Вот мои лыжки стоят. Все, всем пока, приятно было пообщаться.